Всем привет! Мы находимся на новом объекте, город Домодедово, Кирова. У нас такая вот небольшая 35-квадратная однушечка. Значит, что здесь уже сделано и что будет сделано? Здесь ребята уже выстроили гардероб. Ну, был такой непонятный закуток коридора, соответственно, добавили сюда такие пристенки. Здесь будет свой гардероб. Стены уже, как видите, оштукатурены все. Как раз квартира сейчас сохнет, она останется сохнуть на все новогодние праздники. Комната, гардероб, вот здесь коридор. Вот эту часть специально оставляем, под то, чтобы здесь какой-то шкаф можно было разместить. Санузел, здесь будет ванна, раковина, инсталляция и вот здесь стиралка. Мы всегда стиралку пытаемся засунуть в санузел, даже если это не всегда удобно, чтобы она шумела там, работала там и все это было там. Кухня, рабочая зона, здесь в уголке расположится холодильник. Вот, и, соответственно, есть вот такой вот балкон. Балкон не утеплен, мы его будем утеплять. Обычно не утепляем, но здесь придется это сделать, потому что здесь вот такое вот железо у нас располагается. Будет пеноплекс и пеноплекс нахлест, чтобы отсечь, чтобы он не промахал на сквозняк. Стяжку на полу уже сделали. Сюда придет слесарь. Очень важно, это делаем на всех квартирах. Вот смотри, здесь просто самое наглядное, здесь больше всего так видно будет. У нас есть полотенчик, мы все время ставим только электрички, электрические полотенчики. Вот это вот надо отрезать. И вот здесь наглядно видно, квартира стояла 5 лет. То, что отсюда все равно что-то, где-то что-то подтекает. Видишь, пошла уже коррозия, значит, где-то она все-таки пропускает. Может быть, при запуске, может быть, еще что-то, но тем не менее. Соответственно, и тоже, видишь, очень неудачно. Ну, как бы застройщику все равно, ему главное сдать. Очень неудачно расположены счетчики. Фиг с ним то, что на них смотреть неудобно. Мы не можем здесь нормально расположить инсталляцию и прочее. И дополнительные квадраты у себя отбираем. Поэтому завтра придет слесарь, вот это все дело отрежет и сделает здесь просто вставку. А вот эти два соска перенесет вот сюда вот повыше, чтобы здесь на них можно было смотреть, а внизу спокойно расположить инсталляцию, которая будет вон туда направлена. Это будет удобно, компактно и самое главное практично. Вот эта туфта не потечет. Наглядно у нас был на предыдущем видео. Да, когда нам сорвало, причем у нас стоял полотенчик от застройщика, мы хотели его снять, перекрыли кран, и в процессе, пока перекрывали кран, кран остался в руках, шарик открыт наполовину, и отсюда просто хлестал кипяток. Смотрите, кран сорвало. Вот, ну понятно, потому что все это самое кондовое, хотя здесь не кондовое, здесь нормальные краны, вот, но тем не менее, видишь, даже вот это вот, где-то что-то все-таки, значит, оно пропускает, просто так этого здесь не будет. Поэтому в любом случае мы сделаем так, чтобы в дальнейшем голова не болела. В принципе, все, я думаю, ну понятно, с учетом праздников, на все про все нам понадобится месяца полтора и покажем. Пока. Третье февраля. Привет.